Расскажите о парковках в Вильнюсе. Что насчет штрафов? Почти все парковки в центральной части Вильнюса платные. Парковочные места центра города разделены на 4 платные зоны. Синяя, красная, желтая и зеленая. Самая дорогая парковка в синей зоне, самая дешевая в зеленой. Период, за который нужно платить, зависит от зоны. Синяя зона – в будние дни с 8 до 24. Красная зона – с понедельника по субботу с 8 до 22. Желтая зона – с понедельника по субботу с 8 до 20. Зеленая зона – с понедельника по субботу с 8 до 18. Если вы оплатили парковку в зеленой зоне, автомобиль может быть поставлен только в зеленой зоне. Оплатили в желтой, автомобиль может быть поставлен как в желтой, так и в зеленой зонах. Оплатили парковку в красной зоне, вы можете поставить автомобиль в красной, желтой и зеленой зонах. Если вы оплатили парковку в синей зоне, автомобиль может быть поставлен в любой зоне. Минимальная плата за парковку 10 центов. Для сбора денег применяются паркоматы, которые принимают монеты в 10, 20, 50 центов и 1-2 евро. Принцип действия паркоматов не отличается от паркоматов в других странах. Опускаете нужное количество денег, берете талончик и кладете его на лобовое стекло под дворники. Кроме того, оплатить парковку можно при помощи специальных парковочных карт, либо отправив СМС на сервисный номер. Нарушение правил парковки наказывается штрафом от 23 до 40 евро. При оплате на месте сумма штрафа может быть снижена до 11 евро. Более подробную информацию по парковкам в Вильнюсе можно посмотреть на сайте Parking.lt на литовском языке. Парковки. Parking – приложение с дешевой парковкой по всему Вильнюсу. Компания всегда старается предлагать самые низкие цены на парковку. С помощью этого приложения можно найти место в самом центре города всего за 1 евро в час, в то время как другие парковки в центре города могут стоить 2,5 евро в час. Автоматические платежи – возможность заранее забронировать место. Больше не нужно испытывать стресс, пытаясь найти место для парковки за несколько минут до встречи или мероприятия. Выбирайте место прямо из дома и управляйте своим временем. Также Parking предлагает эксклюзивные автостоянки, охраняемые дворы и частную парковку в центре города и за его пределами. UniPark – приложение с информацией о парковках по всей Литве, парковка в городах и аэропортах, бизнес-центрах, медицинских учреждениях, торговых центрах, отелях. Здесь собрана информация о парковочных местах, автомойках, местах для зарядки электроавтомобилей. В Вильнюсском аэропорту UniPark предлагает более быстрый и удобный способ проверки пассажиров на предмет авиационной безопасности. Можно приобрести услугу Fast Track, и вам не придется ждать в очереди. Через это приложение можно оплатить штраф. M-Parking – парковки в городе. С помощью приложения M-Parking можно оплачивать платные парковочные места на улицах и стоянках, а также на некоторых закрытых автостоянках в Вильнюсе. Приложение легко использовать. Предварительная регистрация не требуется, просто скачайте и установите бесплатное приложение M-Parking на свое смарт-устройство. Приложение записывает точное время начала и окончания парковки. M-Parking – это возможность оплаты банковской картой или через оператора мобильной связи. Преимущество приложения – не нужно иметь наличные и искать ближайший банкомат. Оплата рассчитывается, исходя из фактического времени простоя. Возможность установить автоматическую остановку времени парковки. Возможность получить СМС-напоминание об окончании услуги. Возможность для одного пользователя добавить несколько автомобилей в приложение M-Parking и оплатить их.